Совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе Артемовского городского округа подвел итоги работы уходящего 2019 года. На повестку дня было вынесено несколько вопросов. Первый касался итогов поездки представителя татаро-башкирской организации «Тугандин» Дмитрия Хасанова во Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи, где он в качестве участника в течение нескольких дней общался с представителями разных национальностей и участвовал в создании социальных видеороликов. Нас учили, как это делать профессионально, от начала до конца. То есть изначально мы создавали идею. Я расскажу, что у нас всего было 20 часов на это. То есть в общей сложности свободного времени от лекций, от начала развития идеи до монтажа фильма всего лишь 20 часов у нас было. И мы это сделали, мы сняли короткометражный фильм. Видеоролики, которые мы сделали, они показываются и будут показываться на федеральных каналах, так как все эти ролики посвящены межнациональным отношениям. После своего выступления Дмитрий получил предложение от мэра Артема Александра Авдеева организовать и возглавить в нашем городе молодежное межнациональное движение и плотно поработать в этом направлении. Далее в рамках заседания члены совета заслушали доклад о том, насколько эффективно местные СМИ на страницах газет и на экране муниципального телевидения освещают межнациональные события, отношения и проблемы. Если говорить о работе средств массовой информации Артемовского городского округа, то стоит отметить, что всем этим темам у нас уделяется особое внимание. Об этом говорит и количество подготовленных газетных публикаций, телевизионных программ, репортажей, интервью, информационных источников иных. Информирование жителей Артемовского городского округа осуществляется несколькими разными источниками. Это муниципальные СМИ, газета «Выбор», Артемовское городское телевидение и коммерческие, с которыми у нас налажено тесное сотрудничество. Сегодня на территории Артемовского городского округа проживают представители 85 национальностей. Это русские, украинцы, белорусы, армяне, корейцы, узбеки, татары и другие. Зарегистрированы и действуют 22 религиозные организации и 10 религиозных конфессий. Об этом собравшимся рассказала начальник отдела по работе с общественностью администрации Артемовского городского округа Татьяна Цыганкова, отметив при этом, что такой многонациональный и многоконфессиональный состав населения требует от местной администрации постоянной и системной работы в деле развития сотрудничества органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере межнациональных отношений. Представители национальных, религиозных организаций, казачества, общественных организаций привлекаются к работе комиссий, советов, созданных при администрации Артемовского городского округа. С 2014 года создан и действует Совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе Артемовского городского округа, состав которого, кроме сотрудников администрации, прокуратуры, силовых структур, входят руководители национальных, религиозных, общественных организаций. Говоря об итогах деятельности общественных объединений, заместитель главы администрации округа Наталья Волкова подчеркнула, что каждая из них внесла значительный вклад в общее дело. Организации работают все, но кто-то более публично и более ярко работает, и более широко работает на широкую публику. Конечно, это татаро-башкирская организация, которая проводит и замечательный праздник Сабантуй, который знают жители города нашего. И, конечно, мы их ставим пример, мы рекомендуем другим организациям равняться на них. И сегодня в ходе обсуждения мы решили, что со следующего года каждая национальная организация, которая существует в нашем городе, будет презентовать и рассказывать о своей работе, чтобы и члены совета, и жители нашего округа больше знали о той или иной организации. Возможно, кто-то и не знает, что такая организация есть, и захочет вступить в эту организацию. Поэтому мы рекомендовали представлять свою работу не просто словесно, но еще демонстрировать видео и фотоматериалы о своей деятельности. Думаю, что эта работа будет налажена. В завершении заседания собравшиеся обсудили вопрос, связанный с будущим составом Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, и пришли к общему решению о его расширении. Анжела Галышина, Илья Тишкин, Иван Петров, Светлана Нурик, городские новости.